Всем привет, с вами Сергей Чураков, и в этом видео я вам покажу, где взять реферальные ссылочки на вот такие страницы захвата и как настроить переключение в бинаре, регистрацию людей. Вправо-влево. Смотрите далее. Здесь Кен Эглстон, it's a pleasure to be here tonight. Вебинара, и когда человек посмотрел, и его предлагается нажать на кнопочку «Клик here» и «Старт». И зарегистрироваться. И еще одна страничка. He profited $8,000 in one day. И также клик here, get start. И можно пролистать, тут много отзывов. И человек нажимает клик here, и предлагается форма на регистрацию. Так вот, где же взять такие странички в кабинете? Заходите в свой кабинет. У вас сейчас происходит обновление, и с левой стороны видите Partners, дальше Partners Promo и Link Media. Кликаете на Link Media и видите, вот здесь одна ссылочка, вот здесь другая ссылочка и вот третья ссылочка. Пока это все на английском языке, но в ближайшее время нам обещают сделать эти странички на русском языке. Hello, my friends. Kevin Okwan here. I want to take a minute and welcome you с объяснением, как пользоваться данными ссылочками то есть, как они должны выглядеть. Изучайте, будьте грамотными. И сейчас я делаю продолжение видео. В предыдущем видео я показывал, где взять свою реферальную ссылочку, а сейчас я покажу, где вам можно настроить переключение, куда должен регистрироваться ваш новый партнер потенциальный, после того, как оставил заявку на регистрацию, то есть в левую либо в правую ногу. Заходим в Partners. Здесь вам нужно Binary, какой-нибудь репорт. Сейчас щелкнем, перейдем на старую страничку. И здесь выбираем Partners. Дальше партнер сеттинг, бинари сеттинг. Здесь вам нужно выбрать бинари сеттинг кнопочку. И вот здесь позиция. Позиция говорит о том, что куда должен регистрироваться следующий ваш партнер, который пройдет по реферальной ссылочке от компании. Most left leg – это значит в левую ногу. Most right leg – это в правую ногу. И balanced – это значит, будет автоматический выбор баланса между левой либо правой ногой, в зависимости от перекосов на данный момент времени. То есть, если вы знаете, что вы хотите правую ногу, допустим, развивать, выбираете Most Right Leg и нажимаете кнопочку Update. Если вы хотите, допустим, развивать левую ногу, также выбираете левую, нажимаете кнопочку. Если вы хотите автоматически, чтобы система выбирала, нажимаете Balance и нажимаете Update. И после этого все люди, которые проходят по вашей реферальной ссылочке и оставляют свои контактные данные, попадают в компанию, регистрируются, они будут автоматически зарегистрированы под вас, и система автоматически подберет им место либо в левую, либо в правую ногу, в зависимости по ситуации. Понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч. Всем пока-пока.